Алло. Алло. Ну, слушаю. Пап, привет. Попроси пацан вставить камеру. Пап. Плохо слышу. Пап, поставь, пожалуйста, камеру нормально на лицо. Ага. Чего? Поставь, пожалуйста, камеру нормально на лицо. Зачем? Тебе сейчас объяснят. За этот разговор он записывается. Да, смотрите, меня зовут Любомир. Я украинский журналист. Алло. С какой целью? Смотрите, в смысле, с какой целью? Я украинский журналист, ваш сын в плену. Согласны ли вы, чтобы этот разговор записывался? Понятно. Вот так. Можешь сказать о своих эмоциях? Да каких эмоций? Это жены. Ну, батя похрен на тебя или как? Вышел? Да нет, не должно быть, как бы так. У тебя слезы вышли. Почему? Мой родной сын. Ну, хотел просто поговорить, услышать. Ну что, батя похрен или как? Да нет, не похрен, потому что, видимо, скорее всего, из-за того, что... Вы журналист, поэтому... Ну и что? Пробуем еще раз? Давайте попробуем. Ну, как он себе представляет, откуда? Он же услышал, что ты в плену. Аня, включена она, бачишь? Боится ФСБ? Скорее всего, не знаю, может быть. Еще раз, третий раз пробуем. Да, я бы просил. Без лук. Он жесткий, да? Да. Вы все-таки сын.